Кто там еще? Как всегда вежливо. С вами говорит доктор Капа. Да-да, слушаю вас, док. Тише вы там. Извините, у нас тут весело. Сегодня я жду вас у себя. Есть дело. Мы всегда рады сотрудничать с вами, док. Надеюсь, дорогу ко мне вы помните. Само собой, док. Кстати, какой сегодня шифр? Сегодня набирайте следующие цифры. 1, 3. Итак, вы похищаете мальчика и доставляете его ко мне, сюда. Проще простого, док. Не перебивать. И тогда все деньги из сейфа цирка, который вы так давно и безуспешно пытаетесь ограбить, будут ваши. При помощи этого мальчика они будут лежать вот тут на столе и будут ваши. Услуга за услугу. И вы себе ничего не берете, док? Мне нужен только мальчик. Я хочу понять принцип, по которому собран этот робот. Изучив схему, я сотворю сотни, тысячи подобных роботов. И тогда... Тогда вы поймете, что деньги – это не самое главное. Когда я буду управлять городом при помощи моих искуснейших роботов, гангстеры будут не нужны. Один робот заменит 10 гангстеров. Даже страшновато стало, док. Только без ваших штучек при похищении. За дело, док.